Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! В начале весны вся страна переживала за Надежду Бабкину. Ее молодого возлюбленного Евгения Гора атаковали вопросами журналисты и поклонники. А теперь общественность волнуется за самого артиста, который попал в больницу. Евгений Гор переполошил многочисленных поклонников, когда опубликовал фотографию, на которой запечатлен на больничной койке. Артист снял свои ноги в компрессионных колготках. «Возможно, стоит попробовать пойти в или на балет», — с юмором подписал кадр известный артист. Фанаты, увидев фото, завалили певца вопросами о самочувствии и причине госпитализации. Среди комментаторов оказались и знакомые Евгения Гора. «Все хорошо, перегородку исправлял», — коротко пояснил возлюбленный Надежды Бабкиной. Подписчики спросили, почему тогда Евгений Гор в компрессионных колготках. Некоторые не поверили словам исполнителя об исправлении перегородки. «А у нас это обязательная процедура перед операцией, чтобы тромбов не было», — уточнил Евгений Гор. Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления и выписки из клиники. Многие удивились тому, что певец оказался в больнице. Евгений Гор никогда не жаловался на самочувствие. Он занимается спортом и тщательно следит за здоровьем. В марте вся страна переживала за его возлюбленную, Надежду Бабкину. Вскоре после своего дня рождения артистка оказалась в больнице с пневмонией. Ситуация была настолько опасной, что певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У Надежды Бабкиной было поражено 80% легочной ткани. Медикам удалось спасти певицу. Он выписалась из клиники сильной, похудевшей, совершенно неузнаваемой. Говорят, Надежда Бабкина перенесла коронавирус, и ситуация стала критической из-за того, что певица долгое время лечилась самостоятельно. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр!